Что ты хотела сказать, Амин? Я соскучилась по Шопоголикам. Почему ты соскучилась по Шопоголикам? Потому что мне хочется уже в новой куртке ходить. Потому что здесь для тебя посылочка, поэтому ты соскучилась по Шопоголикам? Да. Всем привет, это Алия и Шопоголики. Что же мы здесь делаем? Мы распаковываем покупки, которые мы сделали в интернете. Это наша такая рубрика для тех, кто шопится онлайн. Итак, у нас на кону посылочка из Reserved. Reserved — это такая сеть, она находится в Польше. Мы были в Польше, ездили в большое путешествие по Европе и были приятно удивлены. В Польше магазинов Reserved полно. Цены, ну, чуть-чуть, наверное, все-таки ниже, чем в России. Ну, мы живем в России и пользуемся доставкой. Доставка в Reserved от 2000 бесплатная. И здесь вещи для Америки. Открываем. Ух ты! Шапочка. Одевай. Давай сначала вот снудик оденем. Ух ты, какой он. Дайте потрогаю, я давно ничего не щупал. Не щупал? Ой, и ты на что-то намекаешь. Шапку. Да, такой интересный снудик. Шапку пощупай. Ой, а помпон какой. Ой, мохнатый, красивый. Снуд. Не колючий, какой приятный. Шапка. Ну-ка, покажись, дочуркин. Как тебе идет? Ты такая красотка. Но вот куртку мы заказали, возможно, большую, потому что мы неправильно измерили рост. Ой, какая интересная. Она плотная такая, да, получается, куртка-то? Да, кстати, она грязная. Смотри, вообще пипец. Офигеть. Вообще грязная. С нее какая-то грязь сыпется. Вот мы только ее открыли, она вообще в грязище. Ну да, ее надо помыть. Очень неприятненько так. Ну она же большая. Ну да. Но ее просто надо, скорее всего, будет задавать, или какая на ней грязь. Давай помоем ее. Куртка, она стоила 1700 рублей. Она была на распродаже. Но с размером мы немножечко не угадали. Мы заказали 128, а малыш у нас, ну, ей надо 122, скорее всего. Вот. Так вот. Настолько она большая, скажем так. Ты как это такой, как снеговик. С хорошим снегом. Что же мне нравится, как ты выглядишь? Рассказываю. Сейчас я добавлю. Сейчас, подожди, не торопись. Сейчас вот покажешь папе. Мне нравится такой розовый цвет на дочке нашей. Мне нравится то, что она такая нежная, девчачья. Очень люблю светлый свет, потому что светлый свет, его видно в темноте. Причем я не люблю черные вещи на детях, в том числе даже на мальчиках, на девочках. Да, это возможно что-то там практично, но зато вашего ребенка будет видеть любая теперь машина. Также. Ну да, тут надеюсь, вот это может быть что-то еще светоотражающее есть, потому что вроде замки как, по-моему... обычно, вот кнопки точно светоотражающие. Да, да. Ну потому что на детской одежде вроде это делают. Спиной повернись. Поворачивайся спиной, Амир. Спиной повернись. Ну, здорово, сразу видно, что тепло. Тут мне жарко стало. Тебе тепло, Амир? Ну, да. Вот это, смотри, вот это меня смущает, смотри, как... Поворачивайся. Вот повернись. Вот здесь, по идее, есть такая защелка, но она очень узкая, то есть это считай... Не, ну, видимо, снуд, потому что на тебе. Может это быть. Видимо. А давай попробуем снуд, шапку снимем, посмотрим. Тебе жарко уже, наверное, дочь? Да, ну, шапку снимем. Подними голову, я тебе застегну. А, ну вот так вот все это работает. То есть если ты вниз одеваешь тоненькую штучку без снуда, то вот все красиво у тебя и хорошо. Ну, минус, что она пришла грязная. Там, ну, не знаю, как это все пройдет возврат. Ну, говорить, что это не мы испачкали, ну как-то... У нас есть распаковка. Ну, у нас есть доказательства, да, что мы распаковывали на видео. Так, распаковывай. Перчатки тоже стоили 300 рублей. Я купила, потому что вот длинная у них вот эта вот длинная штучка. У Амельки все они короткие. И вот такие решила перчатки. Давай я другую руку. Другая рука. Ну, перчатки же оставляем, правильно, Максим? Да. Ну, перчатки сразу открываем. Да. Как с размером, что считаешь, большущая? Большущая. Поворот. То есть ты считаешь, надо 122, да, все-таки сейчас меньшего размера? Ну, сейчас 122 еще не пришла к нам куртка. Вот это 128 пока.
А маленькая пока еще не пришла? Завтра курьер приедет. Завтра курьер приедет или когда? Вот такая вот распаковка. Ты рада? Тебе нравится самой? Мои волосы там нет. Где? Во рту? Во рту? Волос съела. Давай перчатку снимем. Всем подписывайтесь. Пока-пока. Пока. Это Шопоголики. Подписывайтесь, ставьте лайк.